осудят Человека-паука и расскажут, возможно ли вечная молодость. В Саратове с 20 по 23 октября пройдет фестиваль науки. Кстати, люди и тренды. В его рамках запланированы более 30 мероприятий на 20 площадках города и области. Балаковской АЭС, Классического, Аграрного и Технического университетов, а также в школах, лицеях, клубах и кафе. Экспертами выступят российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Они представляют институты Российской академии наук. Основная цель этого фестиваля – это рассказывать просто о сложном, о современных научных достижениях наших российских ученых, о современных научных достижениях мировых ученых. И для фестиваля мы обычно приглашаем самых топовых ученых и популяризаторов, которые могут рассказать о том, что же сейчас происходит, над чем они работают. Глобальная программа фестиваля науки, кстати, в Саратове включает в себя порядка 40 мероприятий на 20 площадках. Мероприятия различные по формату. В школах пройдут лекции популяризаторов науки, в вузах выдающихся ученых-популяризаторов науки. Также мы отошли немного от стандартных форматов лекций и предлагаем городу 5 научных ток-шоу в различных заведениях, начиная от кофеен, заканчивая ночными клубами. Одним из самых красочных станет мероприятие для любителей комиксов. В одном из клубов города устроят настоящий суд над супергероями, где прокуроры и адвокаты развенчают мифы об их суперспособностях и вынесут приговор тем, кто не сможет обосновать их научно. Также в рамках фестиваля пройдет ток-шоу «Разберем на атомы. Вечная молодость». В неформальной обстановке кафе ученые из разных областей знаний представят свои точки зрения на заданную тему, а все желающие смогут задать им вопросы.